Вопрос: хотите ли вы, чтобы я записал 100 дней выживания в танках онлайн? Вот что вообще у меня получится сделать за эти 100 дней, если здесь у нас наберется достаточное количество комментариев, лайков, естественно, и то я запишу это. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров, и для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик. Будет он у нас необычный тем, что здесь будет как типа начало зарождения какой-то одной интересной рубрики видоса, который я, соответственно, захочу записать и выложить уже непосредственно на ютубчик. Ну, потому что вроде бы, я не знаю, вот просто, когда мне идеи приходят такие гениальные, обычно кто-то меня прямо опережает. Вот, поэтому я хочу заранее записать, выложить, типа вот я был первый, поэтому сосите. Вот, и я это все дело выложу потом и запишу, чтобы, как говорится, ко мне предъяв никаких абсолютно не было. Короче, ребята, что у нас на повестке дня? Есть у меня одна очень замечательная тема. Все же видели, как сейчас у нас заходит, хайпят всякие ролики по типу 100 дней выживаю там в аду в Майнкрафте, там 100 дней выживаю в Вальхейме. Ну, в каких-то играх типа выживают 100 дней, и что вот за этот промежуток времени им получилось сделать. И у меня к вам вопрос: хотите ли вы, чтобы я записал 100 дней выживания в танках онлайн? Вот что вообще у меня получится сделать за эти 100 дней, если здесь у нас наберется достаточное количество комментариев, лайков, естественно, и то я запишу это. Да, да, ребята, я это запишу, я это сделаю, серьезно. Вот, и кстати, напишите, знаете, еще какую тему, что бы вы хотели, вот, чтоб я записал. Допустим, я могу записать 100 дней выживания в бездонат аккаунте, то есть создать новый действительно аккаунт с нуля и попробовать без доната записать эту фишку. Можно у нас замутить еще такую тему 100 дней на донатском аккаунте. Можно записать, допустим, 100 дней играю только какие-нибудь определенные форматы, либо на определенном вооружении, что вы меня очень часто просите. Вот, поэтому всякие такие идеи, мысли вы можете мне излагать в комментарии к данному ролику. Я это, соответственно, все это буду дело смотреть, и самые, естественно, популярные варианты я, ребята, буду записывать. Допустим, если уже кто-то ваш вариантик записал, который вам нравится, и есть он в комментариях, вы просто спускаетесь в комменты и лайкаете этот комментик, и все. И если на нем наберется также много луксов, именно вот ваше, соответственно, участие в этом всем деле будет играть ту самую решающую роль в, допустим, записывании определенного контента, который я хочу для вас сделать. По-моему, это очень круто. Ну, не знаю, опять же, как у меня это получится. Еще, ребята, по правилам, как эта вся тема у нас будет записываться. Естественно, я не буду за основу брать один реальный день, то есть 24 часа, нет. Это все, ребята, у нас будет немножко по-другому записываться. Смотрите, допустим, во всех играх, тот же самый Майнкрафт будем убрать как за основу, один день идет 20 минут. Также у нас будет, ребята, с вами и в танках. То есть я буду проводить 20 минут своего времени в игре, и вот эти 20 минут, это и будет считаться у нас как за один день. И посмотрим, что мне удастся вообще сделать за вот эти 20 минут, и вот таким вот образом мы с вами будем играть. То есть это нереально, вот в натуре 100 дней будет, а и чисто у нас будут, знаете, такие игровые 100 дней. И один день будет считаться за 20 минуток. Естественно, ребята, естественно, это все дело у нас будет проходить долго. Вот, и почему я вообще записываю данную фишку и данную тему? Мне хочется лично у своей аудитории спросить, хотели бы вы такое видеть у меня на канале, соответственно, хотели бы вы это посмотреть, чтобы, соответственно, самим не париться, не страдать этой фигней. За вас этой фигней, ребята, могу пострадать кто? Правильно, я. Вот, поэтому вы, как говорится, свои, ребята, комментарии излагайте, свои
свои идеи излагайте, свои варианты излагайте. И самое главное, чтобы это было интересно вам. Допустим, почему я это сразу не записываю? Потому что, ну, на это реально нужно, ребят, потратить очень много времени. Вы представляете, даже по факту, по сути, чтобы записать 3 дня из этой темы, мне нужно потратить 1 час по факту игрового времени, чтобы, как говорится, вот посмотреть, что и как. Типа 3 дня это только 1 час будет, и, ну это как-то это жестко. Это реально жестко. И примерно эти ролики я буду у нас записывать где-то с неделю, может быть, а может быть даже еще и больше. То есть где-то примерно так у нас эта вся тема будет проходить, и потом уже непосредственно мы с вами перейдем и будем глядеть, смотреть, что же у меня вышло по итогу. Так. В данной битве я у нас здесь страдаю фигней, потому что, ну смотрите, кстати, по поводу вот этих 100 дней у меня уже есть некоторый вариант, который я как раз вам накидал, который вы можете предлагать. Допустим, тот же самый первый вариант, без доната, 100 дней в танках выживания. 100 дней потом можно сделать с донатом, как я вообще пройду это все, быстро или не быстро. Потом следующие 100 дней можно сделать, допустим, на сочетании М0, как я у нас буду качаться, быстро, не быстро, только на этом сочетании. Потом 100 дней только играю на рельсе, потом 100 дней только играю на огнемете, на пушках ближнего боя, дальнего боя, на мелких корпусах. 100 дней играю вообще без нарки, не трачу абсолютно ни одного припаса. Допустим, 100 дней пытаюсь выжить без смертей, кстати, тоже как вариант достаточно неплохой. Там 100 дней играю только с Изидой и не убиваю никого, как раз таки ту самую рубрику можно тоже перенести в этот сегмент. Ну, короче, идей на самом деле очень много и очень полным-полно. Вот, но это все нужно, как говорится, закрепить в пункты, которые вам будут более-менее предпочтительны, то есть, которые вы будете смотреть, соответственно, которые вы хотели увидеть как можно быстрее. Ну, потому что сами понимаете, да, что записать данный ролик нужно будет потратить неделю реального времени, чтобы это все дело записать и выложить, соответственно, на канал. Плюс ко всему, такие ролики у нас обычно, как я смотрел, выходят на минуток 30-25 где-то примерно. Поэтому, опять же, это плюс монтаж, плюс рендер, плюс склейки всяких таких моментов. Вот здесь мне реально нужно будет постараться попотеть. Это, знаете, не тот контент, когда действительно сел на жопе ровно, как я сейчас это делаю. Записал 10-минутный ролик, выложил его и типа смотришь. Здесь реально нужно будет постараться попотеть. И, блин, я вот реально надеюсь, что вам эта штука, эта тема понравится. Потому что хочется сделать что-то такое годное, что-то такое необычное, но чтобы это было вот прям вот да, вот самое оно, самое то. И самое главное, чтобы это было то, что вам как раз таки нравится, чтобы вы это смотрели, чтобы вы, соответственно, получали удовольствие от такого контента. Вот, потому что в первую очередь я это записываю не для себя, в первую очередь я как раз таки записываю это для своей аудитории, чтобы вы, соответственно, посмотрели на это все дело, полюбовались, поглядели, как это будет, как на самом деле это прикольно у нас будет выглядеть. Вот, поэтому как-то так. Так, что еще мне сюда нужно добавить по этому поводу? Да вроде бы все. Вроде бы все, что я хотел сказать. Да, самое главное это идея. Пишите, лайкайте это все дело, комментируйте. Опять же, супер-мега от вас поддержка нужна. По поводу... А, еще что в этом ролике хотел сказать, по поводу рубрик. Вы, типа, меня очень часто просили снимать всякие различные рубрики, типа, Вайдер, давай-давай-давай снимай, Вайдер, давай что-то такое дело, всякие чай-чай, гонки вооружений. На самом-таки здесь, ребята, рубрики эти записываются тоже не... Расти-здрасти, не зашел, не записал. Это нужно организовать, людей собрать, соответственно, чтобы все были адекватными, чтобы это для вас было интересно. Вот, это сделать тоже мега сложно. Вот, а что-то я выложил это все дело, и что-то как-то вы это не смотрите. Вот, поэтому с рубриками пока, ребят, не знаю, что у нас будет за байда, что будет у нас за проблема. Вот, поэтому пока, соответственно, подумаем, дальше записывать рубрики или нет, потому что, ну, на них тоже реально, кстати, уходит очень много времени, а факт, по сути, ну, никакого абсолютно профита мне от этого и не бывает. Вот, поэтому как-то так, ребята, вот так вот. Как-то так, вот так вот. Друзья, ты куда у нас едешь? Хочешь точку, что ли, захватить? Совсем, что ли, с ума спятил? Мы тут, вообще-то, выигрывать с пацанами зашли, а ты у нас здесь вот пытаешься нам такое интересное рассказать да показать. Не-не-не, нам, пожалуй, такого счастья не нужно. Поэтому давай-ка ты отсюда побыстрее уходи куда подальше.
Так, ладно, давайте, наверное, я еще, ребята, одну точку захвачу, и мы с вами будем заканчивать данный видеоролик, потому что, в принципе, я уже все, что хотел сказать, я сказал. По теме ролика мы с вами тоже пообщались, все это дело рассказали. Так, все пунктики мы, в принципе, с вами тоже переговорили, поэтому, да, все нормально, все четненько. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свой старский лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.